Четыре знака зодиака имеют наиболее сильных ангелов-хранителей. Перед просмотром советую вам поставить лайк и подписаться, ведь в нас очень много полезного контента. А мы начинаем. Первый знак – Стрельцы. Ангел-хранитель Одночил помогает представителям знака во время путешествий, защищает от неудач и трудностей. Этот ангел направляет своих подопечных на правильный жизненный путь. Второй знак – Рыбы. Ангел Егалмеил защищает рыб от неудач и помогает в любовных и семейных делах. Рожденные под этим знаком зодиака редко страдают от проблем в личной жизни и разочарований. Их ангел-хранитель оказывает поддержку и в финансовой сфере. Третий знак – Близнецы. За близнецами смотрит ангел-хранитель Бахрама. Они всегда веселы и энергичны. Удача сопровождает их как на работе, так и в личной жизни. И четвертый знак – их защищает ангел-хранитель.